Да. Артём, давай вместе. Люкс. К1 люкс. Брат, как-нибудь вместе, да, что-нибудь сделаем, но не сейчас. Давай вместе, я блогер. Круто, брат, круто. Сделаем. А, мы сейчас, ну, мы потом включи Бузову. Оля! Иди, тебя просит публика. Какое у вас образование? У меня 2 высших образования основных и потом еще 2 коучинговых. Я экономист, я юрист по образованию, я профессиональный коуч, сертифицированный по нескольким направлениям: бизнес-коучинг, лайф-коучинг. Есть. Так, все, сейчас она заходит. Настя заходит, я выключаю комментарий, надеюсь, что и лайки тоже отключатся. И мы с вами стартанем. Та самая, привет. Я тебе говорю, давай там фотки, видео, что-то. Все, Настя, выключаю комментарий. И сейчас попробуем. О, серьезно? Все? Настя, скажи что-нибудь. Ку-ку. О, смотри. Из-за комментариев, ты представляешь? Теперь я хорошо вижу, кубиков нету, ничего. Все, ну так даже и лучше, смотри. Ну что, мое мнение, на этом остановились, потом Насте передам. Вот. И что, какое у тебя мнение? У меня сейчас оно формируется, то есть нет какого-то знаменателя. Вот, ну давай поговорить честно, что ты думаешь по этому поводу? Блин, честно, мне как мужчине, давай я могу от себя, да, отталкиваться, мне катастрофически нужно всегда свое пространство. Я на самом деле, ну, по сути своей, одиночка, ну, в каких-то моментах, да, и мне нужно свое пространство, чтобы закрываться и работать, чтобы закрываться и творить. Мне, ну, меня очень отвлекает, когда вокруг происходят какие-то действия, которые не дают мне сфокусироваться на работе. То есть есть такие моменты, когда мне нужно быть одному, но не все женщины и девушки это поймут, ну, допустим. Да, там, ну, там, в определенных прошлых отношениях этого понимания не было. То есть, ну, все время были, а куда, что, а с кем, а зачем. То есть я вот, ну, крайне не люблю перед кем-то оправдываться и говорить, куда я поехал и зачем. Ну, то есть я прекрасно всегда, ну, я люблю свободу. Люблю свободу во мнении и во взаимоотношениях. Потому что свобода тире это, ну, доверие, как минимум, да. Вот, поэтому я не знаю. Вот сейчас, если бы сейчас я был бы женат, как бы я поступил, я не знаю. Есть возможность у меня, да, сделать так, чтобы моя жена жила в отдельной локации, я жил в отдельной локации. Но с другой стороны, я очень люблю семейное единение, и для меня очень важно, чтобы рядом была теплая женская, которая просто может молча рядом находиться, о чем-то говорить, и так все, я опять выбросил, что ты будешь делать. Ай, Артём, что такое? Сейчас, короче, Насте слово передадим. Все, я думаю, что я сказал. Вот, там уже дальше нужно быть, чтобы... Не. Скажи, может, она должна быть сверху, брат? Парни, девушки, давай попробовать. Лажа. Дмитрий. Ну, ты же взрослый мужчина. Вот я когда вижу в прямых эфирах взрослых мужиков, у которых ряха уже не помещается в экран, и они пишут там что-то лажа, там что. Я вообще удивляюсь, думаю, как у них на это время есть вообще, в принципе, вот это делать. Резиновую ба. Это из фильтра у нее. Сколько у тебя денег? Правильно все сказал, красава. Спасибо большое, Black Pirate, официал. Респект, брат, респект. Что происходит? Мы здесь проводим прямой эфир. У меня есть хороший лор. Не помогает. Я уже делал операцию на нос. Пробивают, потом снова он у меня зарастает. Начинаются снова эти сложности у меня. Вот, блин, не... короче, Настя либо, короче, сколько хотят добавиться. Это из-за фильтра. Ну, не знаю, может быть. А что, можно в прямом... А, в прямом эфире можно, да, фильтр было ставить? Ну, тип, здравствуйте. Ну, тип, здравствуйте, 3 шестерочки. Тип, здравствуйте. Так, нет, Настя, я не вижу опять в эфире. Слушай, я и почему Фредди Меркьюри? Потому что он был крутой чувак, потому что его песни, они заходят в самое сердце, потому что он положил свою жизнь на свое творчество. То есть он отдавался полностью. Я очень уважаю людей, которые полностью своему делу отдаются всецело. Это, мне кажется, очень здорово.
пускай ты добавишься к ней. Давай, короче, я выхожу. Сейчас, подожди. Сейчас я выйду, она заведет прямой эфир, я к ней лучше добавлюсь, попробуем так. Блин, кофе отпился уже, это сам случай.